займемся ремонтом. И сегодня у нас в гостях Шеви Нива. На этот раз займемся ходовой Шеви. Вот такой неравномерный износ резины справа. При этом с другой стороны все в порядке. Вперед, на стенд, проверять развал схождения? Не спешим. Посмотрим визуально, все ли в порядке. Впрочем, достаточно было тронуть колесо. Ну-с, знатоки, что стучит? Кто сказал ступичный подшипник, тот и прав. Вот и проверим ремонтопригодность Шеви Нивы в данном вопросе. Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и выпрессовываем шаровый палец рулевого наконечника. Теперь демонтируем тормозной суппорт и подвесим его, хотя бы к пружине, чтобы не мешал. На очереди демонтаж обеих шаровых опор. Но если у верхней мы откручиваем гайку шарового пальца и затем его выпрессовываем, то у нижней палец не трогаем. Открутим три гайки крепления корпуса и снимем поворотный кулак в сборе. Итак, первый итог. А на «Жигулях» проще. Шевик посложнее в ремонте будет. Однако, это была присказка, а сама сказка начинается прямо сейчас. Разъединяем тормозной диск и поворотный кулак. Делаем это подходящей по диаметру трубкой, упирая ее в корпус подшипника. Теперь выпрессовка частей подшипников. Их два. С тормозного диска при помощи съемника. А из поворотного кулака выбиваем корпусы при помощи зубила. Вот и все. Идем в автомагазин. А на Шеви Ниву нам предложили импортные ступичные подшипники. Неудивительно, ведь она наполовину Нива, а наполовину Шевроле. И американский бренд Nissan для нее в самый раз. А в целом скажем, что по ремонтопригодности Шевику в данном вопросе ставим троечку. И за замену ступичных подшипников самостоятельно советуем браться лишь тем, кто хотя бы проделывал подобную операцию на «Жигулях». В противном случае в автосервис. А за помощь в нашем ремонте благодарим техцентр «Автомир».